Многим людям это имя ни о чем не говорит. И в одном ряду с другими, как история звучит, как забытое предание про учителя Христа. След его земных скитаний, кровь с Голгофского креста. Ничего они не знают о спасительной любви, и душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед ними дивный свет его лица. Многим людям это имя, имя только мудреца. Этим именем чудесным к новой жизни я рожден. Перед ним открыл я сердце, я свободен, я прощен. Кровь Спасителя живая смыла все грехи мои, очищает, исцеляет милость Божия любви. В этом имени чудесном торжество моих побед. В нем источник сил небесных, чудо жизни, дивный свет. В нем спасение снова, жизнь отрадна и светла. Перед именем Христовым убегают силы зла. Люди, имя Господа Христа.